«Помоги собраться в школу» – это всероссийская акция, которая проводится уже 8 лет. В ее рамках оказывается помощь школьникам с 1 по 11 классы, которые воспитываются в малообеспеченных и многодетных семьях, детям-инвалидам. С 1 августа по 22 сентября в акции мог принять участие каждый, кто неравнодушен к таким деткам. Одинцовский район также не остался в стороне. Развлекательный центр «Twin Kids» по согласованию с управлением образования Одинцовского района присоединился к сбору одежды и школьных принадлежностей. Дети – это наше будущее, вот, и мы должны их развивать и показывать все прекрасное. Вот. А тем более у нас в развлекательном центре проводятся такие мероприятия каждое воскресенье, и тем более во все детские праздники. И мы решили приехать сюда и показать детям, что мир прекрасен. Анимационная команда развлекательного центра направилась с подарками, собранными в ходе акции, в школу-интернат имени заслуженного учителя Российской Федерации Фурагиной Александры Викторовны. Все располагало к празднику, по-настоящему летняя погода, теплый ветерок, а главное, никакого тихого часа. Всех воспитанников ожидала большая и интересная концертная программа. На поляне сошлось две команды, собранных из учеников школы «Спартак» и «Брейкданс». Ребята соревновались с большим энтузиазмом и, конечно, победила дружба. В конце праздника все собранные подарки были переданы директору школы, а учеников ожидали поощрительные призы. Организаторы акции пообещали, что еще не раз приедут в Старогородковскую школу-интернат. Мы всегда очень рады таким праздникам, нашим гостям, которые к нам приезжают, потому что для всех детей это, конечно, праздник, а для наших детей, у которых не так много возможностей в жизни, это особое мероприятие, это особый праздник. Поэтому с огромной благодарностью к тем людям, которые откликаются на такие мероприятия, к нам приезжают. Школа-интернат – это необычное учебное заведение. Здесь воспитываются детки, попавшие в непростые жизненные ситуации. Поэтому им необходимо как можно чаще дарить ласку, любовь, заботу и радость. Подобные акции помогают воспитанникам интерната окунуться в атмосферу праздника. Видеть счастливые и улыбающиеся лица детишек – самое главное в жизни любого человека. Можно считать, что праздничный концерт удался, ведь все воспитанники остались довольны. Мне больше всего понравилось, как мы прыгали, скакали, танцевали. Очень хорошо, понравился. Приезжайте к нам еще. Акция «Помоги собраться в школу» становится в Одинцовском районе хорошей традицией. С каждым годом в ней участвует все больше и больше неравнодушных людей. И, скорее всего, в следующем году ее масштабы увеличатся. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».